Улыбайся! Всем привет, с вами Евгений с самыми интересными новостями от портала mozaika.ru. Поехали! За 10 лет в Ульяновской области планируется в 3 раза увеличить число добрых людей. Приоритетным направлением в регионе станет десятилетие доброты. Шутка? Сегодня нам не до шуток. Соответствующий документ подписал глава нашего региона Сергей Иванович Морозов. Главная задача – стимулировать ульяновцев совершать добрые дела. По мнению авторов проекта, это позволит увеличить число волонтеров и благотворителей как минимум в 3 раза. Добрые дела разграничат на 6 направлений – работа благотворительности, работа с инвалидами, экологические проекты, создание комфортного отдыха, пропаганда милосердия и информационное освещение позитивных событий. Центральный пляж Ульяновска преобразится за 2 года. Глава городской администрации Алексей Гаев к концу пляжного сезона рассказал о планах обновления. Среди проектов установка спортивных площадок, новая парковка, благоустройство аллеи вдоль пляжа и ремонт подъездных путей. На уходящей неделе ульяновцы пустились во все тяжкие. Пьяная автоледи без прав пыталась скрыться от полиции. 3 экипажа ДПС гнались за нарушительницей. Надо отдать должное девушке. Она шла до конца и приложила все усилия, чтобы скрыться. Но в итоге ее все-таки взяли. Вне зоны доступа в ульяновскую колонию попытались пронести телефоны в гробах. Тариф загробный. Гробы в исправительное учреждение привезли для устранения брака. Но в ходе досмотра одного из них под подшивкой было обнаружено 4 сотовых телефона, 2 зарядных устройства и гарнитура. Житель Чебоксар в парике и маске, угрожая игрушечным пистолетом, ограбил ювелирный магазин в Ульяновске. Ему удалось вынести драгоценности общей суммой 400 тысяч российских рублей. Возбуждено уголовное дело. Чебоксарский джокер. На фестивале авторской песни в Ломах похитили 10 килограммов шашлыка из палатки. При этом, увидев полицейских, злоумышленник выкинул мясо и спрятался в кювете. Но это его не спасло. Правоохранители все-таки задержали любителя чужого мяса. Это были самые интересные новости от портала mozaika.ru за последнюю неделю. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в курсе всех событий. Переходите по ссылке в описании к видео. С вами был Евгений. Пока!